Всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрыч, ребята, сегодня со мной играет Донни, и мы находимся в GTA с рубрикой «Битва автогонщиков». Кокосяндр, дорогие мои. Итак, ребятушки, сегодня мы приехали в Сэнди Шор, здесь по классике будем прятать друг от друга по 8 машин. В общем-то, район довольно-таки большой, очень много нычек, поэтому будет интересно. В любом случае, на поиске у нас будет 10 минут, и наша задача проста. Получается, одним из первых привезти 8 тачек сюда, вот именно на эту тачку, на наш респаун. Кто первый это сделает, получит балл. Если же такого не будет вообще, кто найдет все машины, то балл за поиски получает человек, который привезет больше машин. Все очень просто, поэтому отправляемся прятать. Итак, ребята, первая моя машина — это гелик, будет стоять вот так вот под землей. Вторая машина, ребята, в подворотне будет стоять здоровенный вот такой вот Шевроле. Классическая уже довольно-таки нычка, под домиком можно будет найти тачку. Новая нычка довольно-таки жесткая, ребята, под козырьком будет стоять машина. Еще одна изи тачка, вот так вот я ее на бочок здесь поставил в сарайчике, может быть, Ваня не заметит. Вот тут, ребята, под домиком, под лестницей будет находиться Тесла. Ну и, ребята, просто вот так вот в домике будет тоже зарыта еще одна машина, это очень хорошая новенькая бэха. Что ж, ребята, нычки довольно-таки интересные, половина сложных, половина нет, поэтому посмотрим, как справится Ваня. Ну и самое главное, конечно же, нам найти машины, которые спрятал он для нас. Поэтому, ребята, давайте собираться в кучу, как говорится, и начинать. Погнали. Итак, ребята, время пошло. 10 минут на все про все. Прыгающие эти прицепы, да. Никуда не ушли. Они нас преследуют. Тесла катается. Нихера себе, можно угнать. Ох, я только сейчас понимаю, что первый ролик, ребята, снимать прям такое. Надо прям раздуплиться, но это как получится. Да ты, что тебе надо? Слышишь ты? А я думаю, что за звуки такие? Бух-бух-бух, сразу не понял, короче. Так, ну, бывает, что. Рамсы там. Блин, чё? Попутал. Что тебе надо? Ой, дурак. Короче, бородатый мужичок, видать, татушник взял и скинул меня с байка. Делов-то. Ну, так-то неприятно было. Прям совсем неприятно. Короче. Чё прятал сегодня? Чё-то я ничего не вижу, прям вообще по нулям. Ну вот и я тоже. Прям по нулям, по нулям, по нулям. Это плохо, когда по нулям. А! Почему я его не заметил со старта? Я нашел маканчик какой-то золотой, ребята. Золото — это как и минимум сложный цвет, это тоже понятно. Но тем не менее окей, новенький маканчик, который плюс-минус неплохой. Я, короче, пока проезжал, понял, что несколько моих тачек стоит прям максимально изи, прям вообще вот даже на ладонях просто. Да. Тебе, как говорится, на, забирай. Так, где был вижен, я не помню, если честно. Но это не так уж и важно. Сейчас посмотрим. Блин, ребят, напишите тайм-кодики. У меня такое ощущение, что отсюда со старта было видно эту машину, но просто я что-то внимание не обратил на этот, на вышку. Прям вот очень похоже, что ее было видно. Так, отлично, пока что по одной машинке. Правда, времени прошло почти 2 минуты, прикинь. Нормально. Вообще жесть. Так, шляпа ковбойск. А, о, тоже что-то вижу. Нифига себе. А это Бэх. Это, ребята, золотой BMW X5. Довольно-таки отличный, кстати, насколько я помню. Майбах, хорошо. Ну, Майбах, да, вообще изёво стоял. Я удивился, что ты его первым не нашел. Потому что я туда ехал, его увидел, обратно ехал, его увидел. Так, ну пока по две машины, ребята. Я не ездил еще. Это не ездил, поэтому я его не нашел. Ну, как бы логично. Пока что не уступаем друг другу, ребята, в поисках тачек. Единственное, но Ваня чуть раньше находит машины. Это нехорошо. Давай, не надо так делать. Да, наверное, да. Так, 2:32. Время летит вообще космически. Кстати, вот обращаю внимание, что вроде только сел записывать, а уже бац, время. И такой, ват. Просто не понимаю, что происходит. Прям выбивает немножко из колеи. Так, ничего нету. Ребята, ищем золотой цвет, видите, орите. Все просто. Есть, еще одно вижу. Хорошо. Что нашел? Вот что-то потом стоит, не знаю, что это. Ой, это... О, что? Я тупо на тачку выехал. Да. Сильверадо. Как ты ее видел? Да. Она с этой стороны торчала? Да. Бляха-муха, а у меня он нормально стоял. Короче, может быть, рассинхрон есть в положении, плюс-минус, на сколько-то метров. Нихера, джип широкий, кстати, быстрее. Кстати, это же Demon Hub. Да, я врезался, и пинга была. У тебя не знаю как, но я почувствовал, что немножко так прям душу-то отвело. Не врезайся только, не взрывайся, в смысле. Так, ну, окей. Большая банда. По три машины у всех. 3:33 время, нифига себе, вот это прям. Знаешь, 3:33. Прям чисто тройки одни были.
Так, Сэнди Шорц. Где еще что есть? Вот тут, кстати, ребята, тоже надо вот в этих домиках посмотреть. Золотой цвет, он такой беспалевный вообще. Его прям в кучу с говнецом можно закинуть, и все. И приехали, и габыл. Блин, я вот поймал себя на мысли, что если очень плохо было видно машину за витриной черной, то как бы под домиками вообще наверное хрен увидишь. Прям максимально надо собраться. Прям медленно, верно и внимательно. Самое главное, смотреть, ребята, на все про все. Так, ну ничего, пока нету. Тут пустенько. Ну вот и у меня тоже, я езжу, смотрю. О! Чего смотрю? Здрасте. Нашел за амунацией, крыша торчала. Это Бентайга, вроде как Бентли. Так, да, Бентайга, все верно. Ох, нихера, она турбированная. Так. Нифига себе, Бентайга. По сравнению, ребята, с теми внедорожниками, которые до этого были, Бентайга прям пушка. Вау. Блин, у меня текстура, нихера не видно эти машины. Я просто рот наоборот. Ну, ну, как бы да, плюс-минус одинаково. Но у меня из текстур сколько тачек? Ну, как минимум 3-4, наверное, точно было. Поэтому смотри, ну, внимательно. Я как минимум уже нашел 3 в текстурах. Ну, окей, 2 в текстурах я нашел уже. Минимум. Значит, осталось меньше. Все очень просто. У меня половина прям вообще изевых, половина таких. Немножко запариться надо. Блин, тут ничего не вижу. Ничего не вижу. Вообще не вижу. Вижу. Блин, хрень, я тебя опять не могу в текстурах искать просто. Жиза есть такое. Так а нахер тогда так ставит, объясни мне, я не понимаю. Так что, он так уверенно говорит, как будто не ставил в текстуру. Это на самом деле интересно. Хотя я только что маканчик как бы с крыши из-под земли достал. Какой маканчик с крыши? Ну, Бентайгу верни. Не маканчик. Так. Дома. Блин, глаза, короче, бегают по всему экрану, прям такие трн. Прям как это. Ладно, хоть что-то нашел. Да, такое. Ну, на самом деле, знаешь, тачки не слишком жестко стоят, потому что как бы ты впереди меня находишь тачку, нашел что-то. Блин, прикинь, короче, выехал на Lexus, он стоял в автобусе. Самое интересное, я прям вот на него ехал все это время, я его не видел. Я вот буквально вот в метрах, наверное, в 5 только вот перед ним увидел, что золото блестит. Вообще жесть. Так, 6 минут, ребята, прошло, 15 секунд. Пока что максимально ровно идем. Такой Lexus в бесах. Странный максимально. Непонятный такой, какой-то. Да, есть такой. Эй, блин, ты сидел на ближайшем байке, и я телепортнулся в Чироки. Так, по нормально. Машинкам у нас одинаково. Это по сколько уже? По 5, да? Я не знаю, у меня вроде 4. Значит, по 4. Так, потому что я за тобой нахожу сразу тачку, получается, что по таймингу. Мне кажется, немножко это не нравится. Впереди, не? Не-не, у нас одинаково должно быть. Доехали! Глохнет байк. Так. Ехали медведики на велосипедике. Ну, насчет медведиков не знаю, но... Велосипед как бы тоже где им взять. Так, а здесь что? Блин. Ребята, на самом деле вроде проехали половину Сэнди Шорса, а еще осталась другая половина, поэтому... Поэтому не расслабляемся вообще. Вообще, что происходит? Ой, блин, не. Здесь ты что-то нашел. Дом. Дома хорошо, но дома тачек нету. Зато есть плакаты. С девчулями. Так, ну... Ну, да где эти тачки-то? Такой же вопрос, такой же. Так, мельница. Мельница, крутится, вертится, тачек нет. Тачек нету, это плохо. Наверное, я не знаю. Так. Я ищу тачки вообще хер пойми где. Ну так-то, мой хер пойми где находится недалеко от твоего, походу. О, нашел тачку, ты, короче, поставил на балкончик, но она наполовину торчала под этот, снизу. А я и так ставил. Ага. Так и было, о, нашел что-то. Да, изёвая тачка, и, блин, о, я пока ехал, еще одну нашел, изёвая. Так, это надо. Пол крыши вот это ты нашел, я вот так вот поставлю, или вот так даже. Отметьте, о. Надо забрать, это хорошо, это как минимум камбэк. А, ну зато там бэха прям заряженная, самая офигенская, новенькая. Бэха, да, хорошая. Так,
Окей. 8.38, ребята, я везу, получается, Lexus еще один. А, еще одну машину я нашел, повезло, что заметил ее. То есть, как бы, я считаю, что немножко впереди, но... А вдруг камбэк мне сейчас, Ванек? Все может быть. Все может быть. А времени остается прям вообще слезы. 8.56. У меня... Да ехали, блин, когда, короче, немножко подгазуешь на нитро, байк ехать перестает. Так. Я даже вот честно еду и даже не смотрю по сторонам. Возможно, даже мимо машины сейчас проеду. А нужно так мне, но... А, во, Колян. Колян, здорово, Колян хорош. Колян, да. Так, отлично, ребята. Ролсик 9.23. Где, как дела? Показалось. Нашел одну. А, нашел тоже? Блин. Да. Это максимально хреново, ребята. 9.36, значит, что, как бы, камон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть машин. И там. А, у меня 7. И у тебя 7, значит. Интересно. Да. У меня точно 7. Ну, у меня сколько? Ну, я не считал, я еду в город, но толку нету, потому что 2, 1, 0. Все. Короче, ребята... 10 минут наши прошли. У нас сколько машин? Ну, у меня точно 7, у тебя вроде тоже 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, серьезно? У меня на одну больше? Да. Это интересно, ребята. Значит, балл за поиски все-таки мой. Я что-то думал, что мы всю дорогу шли друг за другом, как говорится, рука в руку. Так, эту тачку ты нашел. Смотри, новая нычка. Нашел новую нычку. Довольно-таки такая. Знаешь, впритык пока не подъедешь, не увидишь. В принципе, козырьки, классика. Вот так вот стоит, как бы впритык видно только. Так, это получается одна машина и вторая. Вторая что-то не нашел. Наверное, стоит где-то Изёва, но это не точно. О, что ты здесь делаешь? Здорово. Да, с тобой летаю. Твоя нычка, ты как-то сюда мне ставил тачку. То есть, в принципе, поставил в твое же место. Понимаю, да. Так, ну и, в общем, там последняя машина, которую я не нашел. Давай тоже покажи нам. Крыша. А я что-то сюда даже не доезжал. Я чисто по этой дороге катался. А хотя ее... Ну, видно, да, видно, да. Ну, на общем фоне, знаешь, она как родная почти. Ну, да. Короче, ребята, балл за поиски мой. Я нашел на одну машину больше, чем Ваня, поэтому давайте выбирать тачки, ну и проведем ряд испытаний. Итак, ребята, испытание «Смертельные шашки». Едем по трассе с трафиком. Задача сделать круг и вернуться сюда же на заправку. Кто первый пересекает столб, тот получает балл. Раз, два, три. Колян, Роллс против Майбаха. Майбах хороший. Ну, Колян, в принципе, тоже, правда, он кочегарит долго. Но явно запас мощей, походу, у меня. Вау! А, как я в тебя врезался? Я же в бок улетал. Какого хера? Ты даже вообще не почувствовал меня, алло. Да. Какого хрена происходит вообще? Не понял. Ты вчера, короче, ролик снимали, Ванёк тоже впереди меня. Блин, кстати, здесь же, на смертельных шашках. Меня пинал и сам угорал. Потому что я у него просто так, как говорится, боком там шел. А у меня, короче, он меня херачил во все стороны. Понимаю, короче. Так, ботов овер. Овер много. Так. Поворот налево. Понимаю. Не вписались оба. Тупо два дятла, понял. Но я начал тормозить намного раньше, чем ты при этом, но я знал, что я скользить буду прям вообще. Так, ну... В итоге ты въехал даже в меня. Да, то есть все равно чуть-чуть не хватило. Сейчас 30 ракеры. Нету, хорошо. Ну по скорости. Спавнится, да. У меня в поворотах, короче, Роллс носит очень жестко, он слишком тяжелый и немножко, короче, такой скользящий. Быстрее. То, что быстрее, я знаю. Это что за хрень? Автобус какой-то? Ох, нихера, 348 по прямой раскочегарил просто. Повезло, что не врезался, на самом деле, потому что, ну, вот тут, да. Как говорится, на волоске было все. Ну, отлично, Майбах не уступал в любом случае, даже по скорости только проиграл, а так плюс-минус по управляемости и хорошая машина. 2-0, мы идем дальше. Итак, ребята, дисциплина, прыжок веры через ветряки. В общем-то, прыгаем 3 раза, задача 2 раза улететь дальше, чем соперник, и не врезаться, конечно, ветрячки. Бентайга вроде ехала быстро, а по факту лениво прыгнула, вот так. Нифига ты. О, как, блин, вот это расихра! Ты у меня прям идеально летел на лоб. Опасть, если бы по моему, как говорится, прыгали, я вот так назад откинул, прям вообще жесть. Мне повезло, да, прям вот прям видел, как ты летишь обратно уже, радостный такой. Ура, у меня получилось. Так, хороший прыжок. Ой, мне под жопу еще дало.
Да блин, достало. Тебя, короче, у меня шатает, а ты дальше едешь. Блин, бесит. Уже второй раз, прям второй раз также в кадре. Кстати, а Рос неплохо по накату едет. Этот, вернее, как его? Вижен. Мерс Вижен. Да. Нифига ты дрифтун. Короче, ребята, был за Ваней 2-1. Погнали на следующую дисциплину. Dodge Demon против BMW i8. Очень быстрый, заряженный. И, как бы, мне кажется, шансов у меня нету. Но, тем не менее, два круга, ребята, давайте попробуем. Раз, два, три, поехали. Давай. Это будет очень быстро. Офигеть, джип Чероки по сравнению с Бэхой просто медленный. Это, как, знаешь, шаха против лампы, как будто. Жесть. 180 только. У меня, наверное, единственная, ребята, здесь есть возможность победить. Это если тебя очень сильно предуплит ветрячком. А лучше двумя или тремя. Нифига ты там топишь. Ну так нечестно, слышь. О, все равно по морде получил, да, вижу. Да, немножко получил. Понимаю, я тут на все бабки ехал и в первый ветряк влетел. Ты хорош. Вообще, который... Один-два. Два, который еле крутился. Так, ну давай. Ну, короче, да. Очень сильно не хватает, ребята, машине ускорения по сравнению с Бэхой. Но опять-таки, камон, это Dodge Demon. Ну, джип. Который, в принципе, был о-ля-ля, какой быстрый на самом деле-то. По сравнению с другими тачками на проекте. Это просто Бэха, как говорится. Этот. Приезжий, приехал тут. С понтами своими. Ой, хорошо получил. Но я смотрю, что вроде не раздуплился. Такое, это значит, я не успею. Но, тем не менее, до конца, ребята, мы проедем с вами и закруглимся вот здесь. Че, проехал? Все, да. Эх, проехал. Пару раз поймал, но, как говорится, машина оказалась еще и крепкой вдобавок. Что ж, ребята, вот такая серия. Опять-таки, я ветрячок поймал. Что-то прям вообще не везет. В любом случае, давайте наберем как можно больше лайков. Подписывайтесь, зовите друзей, ребята, настраивайте колокольчик. Уведомления нет-нет, иногда работают. Поэтому всем спасибо, что смотрели. И всем пока. Ты что, третий круг поехал? Пока! Вот фуфил, понимаю.